Здравствуйте, 21 сентября, 20 лунный день, в созидии Буд с элементом дерева. Благоприятен на юго-восток, особенный день для благородных людей. Практика созерцания, медитации, создают планы на будущее, подписание контрактов, договоров, принятие важных решений, ритуалы почитания хозяев воды, проявление щедрости, проводить лечение как кровопускание, глукалывание, провозглашать чин, достоинство, сажать дерево. День неблагоприятен для выезда, рубки дерева. Благоприятен для людей, родящих год, собаки, тигра. Неблагоприятен годам, зайцы, курицы, мыши. На верхнем березке диважндуване, очуване сунды, дынкурдуване, комбагмурскусаны. Будьте щедрыми.